Приветствую, дорогие друзья! Поп-культура прочно закрепилась в нашей жизни, и мы видим ее персонажей повсюду. Будь то рекламный плакат, игрушка в магазине, мультики или фильмы. И некоторым кажется, что совсем не зазорно смешивать религию и, скажем, Элма или Сейлор Мун. Французский художник Суасик Шамайяр решил, что было бы здорово брать поврежденные статуи Девы Марии и реконструировать их на свой вкус, добавляя элементы современной культуры. Уверен, что многие воспримут эту серию работ как издевку и богохульство. И мне, честно сказать, эта идея кажется сомнительной, только если не смотреть на это исключительно как на творчество.